Сегодня в Баку в инновационном центре «Бакинский» школьники представили 116 проектов, которые будут принимать участие на международном фестивале САВ-2023. С ними ознакомилась заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Мехрибан Велиева. Также участие приняли педагоги, студенты и представители СМИ. Это уже третий по счету фестиваль, и каждый год он становится все масштабнее. Мы идем в ногу со временем, в 21 век технологий. Поэтому наша главная цель – это обеспечить применение современных технологий в реализации инновационных идей школьников, студентов, а также сформировать навыки использования искусственного интеллекта в различных сферах. Я уверена, что фестиваль сыграет важную роль в формировании способных кадров, отвечающих на новые вызовы. Фестиваль открыт для участников всех возрастных категорий. Его основная цель – развитие науки и инноваций. Отмечу, что на международный фестиваль STEAM Азербайджан зарегистрировалось около 5000 человек. Из них 4459 местных и 336 иностранных участников. В фестивале примут участие около 250 школьников Баку. Нигяр Зоина, Талих Джафарли, Эльнур Наджафов, Мир 24.